Чем же опасна нехватка Мега 6 и где ее брать? Вы узнаете в этом видео. Всем солнечный привет! С вами Константин Долголет, а это мой помощник Мишка Добрыня. Привет! Здесь мы рассказываем о ценности натуральных экопродуктов питания и здорового образа жизни в целом. Поехали! Самое грустное, что повсеместным дефицитом омега-6 страдает около 60% жителей всей страны. И все это сказывается на утомляемости, сухости кожи и ломкости ногтей, снижение иммунитета и вследствие более частых заболеваний. Насморк и сопли тоже сюда входят. Также происходит ухудшение волос. Они становятся более ломкими. Оксана, знакомая с соседнего дома, которая часто мед берет, начала жаловаться, что у нее каким-то магическим образом резко начали выпадать волосы. Кто знает, может быть, это именно из-за дефицита омега-6. Кость, а где же тогда получается нам брать омега-6? Действительно важные жирные кислоты. И тут нам на помощь приходит натуральное, сыродавленное, качественное масло. Льняное, кунжутное, подсолнечное. Натуральное, сыродавленное масло холодного отжима делается без нагрева, без соприкосновения с железом, из-за чего все ценнейшие омега-6 жирные кислоты доходят до вас, до вашего тела, они разрушаются в процессе нагревания семян. Организм вас точно за это поблагодарит. Ох, если бы мне кто-нибудь об этом сказал лет 5 назад, я бы уже омолодился. Что же касается рыбы, то лично я ее не ем и вам не советую, потому что сейчас большинство рыбы радиоактивны и с глистами. До сих пор помню эти маленькие точки, когда мы с Никитой пошли в кафе и нашли в рыбке глисты. Благо я с авокадо кушал. В любом случае, вы сами, я думаю, понимаете, как ее проверяют. Тут, возможно, дело даже не в цене, а в человеческом факторе, что повар может не доглядеть, а это попадет в ваше тело и не начнут плодиться. Не доводите дефицит омега-6 до нижней крайней точки, и омега-3, и омега-9 тоже. Эти жирные кислоты, они не синтезируются нашим организмом и должны поступать извне с действительно качественной пищей. Хотя да, омега-9 может синтезироваться из комбинации омега-3 и омега-6. Поэтому я не знаю ни одного человека, кто страдал бы дефицитом омега-9. В ваших руках сделать все, чтобы эти полиненасыщенные жирные кислоты были с вами. Кстати, кроме масла еще есть орешки, особенно грецкие. А за лучшим источником омега-3, 6 и 9 жирными кислотами, сыродавленным маслом холодного отжима, без нагрева, без соприкосновения с железом, пишите в личные сообщения, ссылочки все оставлю в описании. Также, друзья, занимаюсь другими экопродуктами для долголетия. Медом, чаем китайским, сушеными грибами. Тоже все ссылки будут в описании. Пишите, буду рад вам помочь. Крепкое здоровье – лучшее подспорье. А с вами был Константин Долголет. Желаю вам волшебного дня.